еще одна ленточная пряжа, тоже фирма Ализе, называется Болеро. Вот это вот Болеро Айс. Значит, в чем отличие? Есть Болеро и есть Болеро Айс. Вот у пряжи Айс внизу вот такие лохмушечки. Пряжа Болеро, она просто вот без лохмушечек. Вязание аналогично пряже Дантелла. Но есть и небольшие отличия. Здесь вот, видите, кончик такой хороший, плотный. Для того, чтобы его... Я тут наберу вот так. Дальше тоже мы можем набирать через одну петлю. Вот здесь я считаю, что у меня две петли, поскольку я набрала в каждом, но это именно, чтобы спрятать хвостик. Дальше набираем через одну. 3, 4, 5, 6, 7. Нечетная. Вяжется абсолютно так же, как и дантелла, но эффект получается другой, поскольку тут протяжки, они не такие свободные. Через одну протяжечку. Первые две петли я набирала специально, чтобы спрятать хвост по две, поэтому здесь возьмем две петли. Ну и здесь все, что есть. Вот опять у нас получилось 7 петель. Поворачиваем вязание и продолжаем так же. То есть все лицевыми петлями и через одну протяжечку набираем. Поворачиваем. Вот это я связала также 5 рядов. Ну, как видите, смотрится совершенно по-другому. Шарф... вязание из этой пряжи меньше тянется, но с другой стороны оно медленнее наращивается. Давайте сравним с тем, что у нас получалось даже из двойной петли. То есть видите, это по 5 рядов, но пряжа совершенно другая, тоже очень красивая. На этой пряже, в общем-то, не имеет смысла вязать двойными петлями. Она и так довольно-таки хорошо держит форму. Вот такие вот. Такая вот красота.